Так, чемпионский бой номер два, по ходу дела, да? Итак, это чемпионский бой номер два, потому что парень уже выступает два дня подряд. Давайте послушаем этого участника. Давай. Всем привет, меня зовут Толик, я из города Магнитогорска, Челябинская область. Первый раз выступаю на этом турнире, но вообще это первый мой профессиональный опыт, так что так, пару недель по лапкам поработал. Кем ты работаешь? Ну, я полирую тачки. Ты полировщик автомобилей? Да. Какие машины приезжают больше всего? Ну, в основном BMW, Mercedes, такие тачки, ну, элитного класса. Парни любят ухаживать своими машинами, да? Да. Хорошо, прозвище будет? Нет, нет. Полировщик подойдет? Пойдем. Давай, послушаем дальше. Справа парень по прозвищу Дагестанский Орел приехал с Дагестана, это его уже шестой поезд. Давай. Ассаламу алейкум всем. Спасибо, что все пришли. Моя команда, вам огромное спасибо, что поддержали меня. Надеюсь, я сегодня буду победителем. С каждым разом твоя команда все больше и больше. Спасибо. Если мы были бы здесь третий день, здесь был, наверное, был весь Дагестан. Растут победы, растет команда. Если бы он уже звонил, бы еще больше был. Он скромный парень, это же видно. Давайте посмотрим этот бой. Интересный, яркий, насыщенный. На середину. Итак, парни, правила я говорил, вы их должны помнить и их не нарушать. Слушайте меня внимательно, уважайте друг друга, делитесь честно. Стремитесь к победе, защищайтесь от себя. Руки пожали, по углам! Итак, стрелка! Готов, готов! Поехали! Так, к следующему бою готовится Сагияр Сари против Мадраимова Изата. Вот так, вот так. Прямой, прямой раздай. Вот так. Руки выше держи. Победа! Пожмите руку друг другу. И на пару слов, Грего. Давай, парни, сюда. Ну что, Орел, еще один хороший бой в твоей копилке. Что скажешь? Самый тяжелый соперник пока. Чуть поопытнее двигался. Остальные были разминка. Они по нарастающей, у тебя будет все сложнее и сложнее. На великом финале тебя ждет очень суровое испытание. Спуска тебе никто не даст. Сколько? Я готов. 7-0 сегодня. Всем спасибо, кто меня поддерживал. Моей команде особенно. Давай поаплодируем, хороший рекорд. Держи от нас коробочку тебе. Бандаж одел. Сяба. Иди сюда, отличный бой, ты держался молодцом. Да, всем спасибо, кто за меня болел. Ну, первый опыт, как бы первый блин всегда комом. Спасибо большое спасибо, сопернику. В общем, большой привет хочу передать своей семье, супруге, детям. Вот, в общем, всем спасибо. Ты молодец. Отличный стрелка бой. У тебя хороший соперник был, абсолютно равный спасибо. Для тебя. В конце поднадавил, поэтому ты подотпустил. Молодцы. Давайте посмотрим следующую пару этого поединка.